Наверное, если бы Проспер Мериме воплотил свое юношеское желание заниматься только лингвистикой, у меня не было любимого французского писателя вовсе. Да, ему фартило, в отличие от многих своих современников, он родился в очень образованной семье, много путешествовал, немимолетно изучал филологию, близка была ему и философия. Очень рано он стал популярной и важной фигурой во французской литературе. Для меня же главное его достоинство, что с ним, как с хорошим гидом, можно путешествовать в самые разные страны, не владея иностранными языками, и знакомиться с нравами и обычаями так детально, как это только возможно.